пока еще не совсем стройным шагом и дружным хором, но с большим желанием и блеском в глазах, 30 мальчишек в возрасте от 6 до 10 лет открывают первую смену оборонно-спортивного лагеря «Прибужье». Отряд юных патриотов традиционно принимает 115-й зенитный ракетный полк. Прекрасные условия для проживания детей, для их физического воспитания, для их культурно-досугового воспитания. На территории нашей части есть все необходимое для того, чтобы ребята провели время в лагере, хорошо использовали для себя, и чтобы увидели, что такое армия, как бы не понаслышке, а именно своими глазами. В такой оборонно-спортивный лагерь попадают обычные ребята из многодетных семей Брестского района. Некоторые из нынешней смены уже были наслышаны о военных каникулах от своих предшественников. Я пошел в этот лагерь, потому что сюда ходило мои два братья. Увидеть, как военные там служат, где спят. А жить, воспитываться и отдыхать на протяжении всей смены ребята будут в настоящих казармах по соседству с военнослужащими части. Подъем, прием пищи, занятия, отбой – все строго по расписанию. Оборонно. В основном взаимодействие с военными, вот различные там мероприятия и так далее, там стрельба, разборка, сборка автомата, там и противогазы, химзащита, там, например, преодоление полосы препятствий. Кроме этого, есть еще спортивные воспитатели, в основном это учителя физической культуры и ДП. Вот. Ну, зарядка утром, футбол. Впереди ребят ждет насыщенный и незабываемый отдых, где каждый найдет себе друга, а также поближе познакомится с бытом военных. Всего в лагере за 3 смены отдохнут около 90 ребят. Екатерина Косынюк, Наталья Луговкина, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».